Сегодня у нас дресс-код тропическое что-то. Я вот, видите, оделась как тропическая леопардиха. Леопардиха. Вот, и жду, когда соберется моя подруга. А вчера сейчас вам покажу. У нас тоже был дресс-код, каждый день дресс-код на ужин. И я забыла выложить вчерашний. Так что ловите сразу два. Сегодня у нас дресс-код very elegant. Я, конечно, взяла с собой платье длинное, такое, типа вечернее, но посмотрела на местные реалии и поняла, что пойду вот так. Сережки мне подарила Машулька на Новый год, очень классные. Вот смотрите, идем по территории нашего отеля. Здесь живут люди. Что это? Это черепашья какашка. Да, поэтому... подружка! Посмотрите на нее. Ну привет, Лапуся. Давай мы с тобой куда-нибудь на травку пойдем. Давай. Давай. Смотри, какая большая. Как бы ее вот туда сдвинуть, чтобы листочком, сделать красивый фото. Проходят наши дни. Лежим тут, загораем. Да уж. Солнца нет, но мы думаем, что оно где-то есть за здесь облаками. Экватор близко. Здесь даже если нет солнца, можно очень сильно обгореть. Поэтому мы сейчас загораем. Вот Ира это говорит на собственном опыте, потому что она уже обгорела. А я так часто загораю, что мне, как бы, к счастью, обгар не грозит. Ну, а что же нам не загорать-то хорошо, когда тут thank you, когда нам разве приносят thank you so much, thank you, вот так. Все, что вам нужно знать о ненавязчивом сейшельском сервисе. Принесли бутылку, не открыли, открывалки в номере нет. Ну, вот что теперь делать, вот что.